Полицейские Татарстана изъяли партию поддельного алкоголя на сумму 400 тысяч рублей. Хозяевами фальсификата оказались двое жителей Набережных Челнов. На территории гаражно-строительного комплекса стражи порядка обнаружили грузовик с 3,5 тысячами литров спиртного. Анна Городнова продолжит. Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности, всю алкогольную продукцию подозреваемые продавали на территории гаражно-строительного комплекса, обыскав их грузовик. Стражи порядка обнаружили больше 150 коробок со спиртным. В общей сложности сотрудники экономической безопасности обнаружили порядка 3,5 тысяч литров спиртного на сумму 400 тысяч рублей. Согласно результатам экспертного исследования, изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по данной статье – 6 лет лишения свободы. Анна Городнова, Айрат Назипов, «Вызов 112».